В тот день Инга занималась обычными домашними делами. Она никак не ожидала увидеть бывшего мужа, с которым развелась 3 года назад. Журик, ты? Инга Ватутина, 36 лет, косметолог, разведена. А ну иди отсюда! Ах ты, подлец! Да ладно тебе. 20 лет назад такие подвиги давались мне гораздо легче. Георгий Ватутин, 42 года, архитектор, бывший муж Инги, не женат. Ну ничего, есть еще порох в пороховницах. Смотри, не взорвись ненароком. Погоди, ты куда? Да, погоди! Инга, ты с кем там разговариваешь? Валентина Николаевна Молова, 58 лет, пенсионерка, мать Инги, вдова. Кто там? Кто-кто? Дед Пихту. Ни с кем не разговариваю, мам. Ну я же слышала. Это радио, мам. Мы с мужем развелись 3 года назад. Но до сих пор я не могу прийти в себя после этого развода. Вы его так любили? Мы с Жориком жили, как кошка с собакой. В состоянии постоянной войны. Он не изменял, я его ревновала, выгоняла из дома. Потом мы мирились, он возвращался с подарками для меня и для дочери. И вы его принимали обратно? Да. Но только после возвращения он опять начинал смотреть на сторону. Я превратилась в ревнивую истеричку. И когда он закрутил роман с моей ближайшей подругой, я подала на развод. Вам было трудно на это решиться? Да, конечно. Но меня поддержали и мама, и дочь. Они были полностью на моей стороне. Я после развода пошла, выучилась на косметичку. В общем-то, нам хорошо, хорошо втроем. Так в чем же проблема? 3 года – это достаточный срок для того, чтобы успокоиться после развода. Ну, видимо, я сама себе враг. Инга рассказала, что после появления Георгия она сама позвонила ему домой. А Георгия сейчас нет дома. Елена Клочкова, 35 лет, декоратор, бывшая подруга Инги, гражданская жена Георгия. Инга, это ты, что ли? Инге было стыдно. Она не хотела, чтобы Елена подумала, что Инга преследует бывшего мужа. Ты кому звонила? Никому. На работу по делу. Мама, прекрати, наконец, меня контролировать. Я ведь уже не ребенок, я должна жить своей жизнью. Не кричи на меня. Ой, что ты сердце прихватило. Что у вас тут за разборки? Ты чего на бабушку наезжаешь? Дарья Ватутина, 17 лет, абитуриентка, дочь Инги. Я уверена, что она опять звонила твоему отцу. Мам, ну перестань ты из-за папы переживать. Забудь ты его, ну сколько можно? Она не может, она тряпка. Жорик всегда на меня имел большое влияние. Я бросила институт, и мама меня тогда поддержала. Потому что дочка родилась, ее надо было растить. Ну, допустим, институт вы бросили только потому, что так решили. Это был ваш выбор. И ни Георгий, и ни мама не имеют к этому никакого отношения. Ну да, конечно, это было мое решение. И сейчас я считаю, что мне было бы без Жорика легче жить. Но вот он появился, и я опять дала слабину. Мне кажется, дело здесь не только в вашем слабоволии. Необходимо разобраться с собой. Почему на душе так неспокойно, хотя все так правильно сделано? А мнение мамы, ну, оно и остается мнением мамы. А вы поступаете так, как вы хотите. Я ехала домой, двурогая луна, светила в окна тут. Ой, меня что-то беспокоит судьба Даши. Что ты имеешь в виду? Она не поступила в этом году в архитектурный. Подготовится, поступит в следующем. Ей же не в армию идти.
Ну, надо что-то делать, надо устраиваться на работу. А то она спит до полудня, потом смотрит телевизор, а потом вечером гуляет. Мама. Неизвестно где и неизвестно с кем. Мама, они сейчас все такие. Ой. Ну, что с тобой происходит? Ты стала какая-то нервная. Подожди меня на улице, у меня клиент. Кто там пришел? Дверью ошиблись, это к Люське. Ну что ты там застряла? Мы же еще не закончили. Мам, ну, я тебе вечером педикюр сделаю. Ну что ж ты врешь собственной матери? Это опять он? Неужели все начинается сначала? Мама, это мое дело. Он тебя поманил, и ты побежала, как собачонка. Инга решила не реагировать на колкости матери. В конце концов, это ее жизнь. Инга боялась признаться самой себе, что она очень скучает без Георгия и хочет его видеть. Ей льстило внимание бывшего мужа. Ты с ума сошел? Ну и каблучище у тебя. Как вы, женщина, так и ходите, не понимаю. Нормально ходим. Ой! Когда-нибудь ты с них точно навернешься. Какие у тебя красивые ноги. Спасибо за комплимент. А как же Леночка? Я никогда никого не любил, кроме тебя. Какие знакомые слова. Инга поняла, что Георгий ничуть не изменился. Она слышала от него эти слова каждый раз, когда он возвращался к ней от очередной любовницы. Все с биноклем развлекаешься? Очень надо. Между прочим, Даши до сих пор нет. А ты шляешься где-то со своим Жориком. И что, не звонила? Представь себе, нет. А тебе на дочь наплевать. Да ничего не наплевать. Успокойся, сейчас позвоню. Неужели ты не понимаешь, что такие мужчины, как твой бывший, не меняются? Он до старости, до гроба будет бегать за девками и спать с своими подругами, а ты его прощать. Позволь мне самой решать, как мне поступать, мама. Не девка вся в него, шлёндра. Зато у нее есть способности к рисованию. Ты где была? С ребятами тусовалась, а что? Полюбуйся. А ты на часы хоть смотрела? Смотрела. Ну, мы же волнуемся. Да время еще детское. Детское? А ты взрослая, да? Да, взрослая. Подождите, ничего не слышно. Алло! Кто? Она совсем обнаглела. Она просит, чтобы я ей помогла удержать Жорика. Похоже, что ваши отношения с Георгием выходят на новый виток. Или вы надеетесь, что он бросит подругу и вернется к вам? Оказывается, у Жорика и Елены есть маленький ребенок. А вы о ребенке ничего не знали? Нет, конечно. Мы вообще с тех пор не общались. И вдруг Елена мне звонит и просит о встрече. Извини, опоздала. Здравствуй, Инга. Мне нужна твоя помощь. Моя? И чем же я могу тебе помочь? Помоги мне удержать Жорика. Да я знаю, это звучит очень дико, но мне просто не к кому больше обратиться. Я боюсь, что он бросит меня вместе с ребенком. Вот как? Ведь Жорик так и не женился на мне. И теперь я чувствую, что я его теряю. Но от меня-то что ты хочешь? Ну, вы же столько вместе прожили. Пожалуйста, подскажи мне, как его удержать? Нашла, к кому обратиться. А я сама его не удержала.
Инга Ватутина развелась больше 3 лет назад, и она никак не ожидала увидеть бывшего мужа. Появление Георгия взволновало Ингу. Она не знала, как ей поступить, и обратилась к психоаналитику. Инга рассказала Борису Ефимовичу, что Георгий ей постоянно изменял, а когда он переспал с близкой подругой Инги, Еленой, она не выдержала и подала на развод. Инга призналась, что скучает по бывшему мужу, и даже звонила ему домой. Мать Инги, Валентина Николаевна, осуждала ее за слабоволие, и дочь Даша уговаривала забыть об отце, но Инга не могла. Георгий приходил к ней домой и настаивал на встрече. Инге льстило, что бывший муж до сих пор восхищается ею, но прощать его она не собиралась. Вскоре Инге позвонила Елена и попросила о встрече. Инга и предположить не могла, что Елена попросит, чтобы она помогла удержать Георгия в новой семье. А вы не можете удержаться, чтобы не отомстить разлучнице? Я готова биться за Жорика. Мне кажется, наши тайные свидания возобновятся. Главное только, чтобы ни моя дочь, ни мама, ни Елена не узнали об этом. Вам очень стыдно признаться им, что вы до сих пор любите мужа. Или вам досадно, что бросили именно вас? Вы сами не хотите его отпускать. Вот Георгий и возвращается к вам, как бумеранг. Ну, в конце концов, необходимо все-таки определиться, чего вы хотите. Если вы хотите его отпустить, ну так просто твердо и решительно надо сказать ему «нет». Инга пыталась определить, чего она хочет в отношениях с Георгием. С одной стороны, ей было жаль маленького мальчика, сына бывшего мужа. С другой, ей хотелось, чтобы Елена испытала унижение от того, что Георгий ей изменяет. Инга, хорошо, что я тебя встретила. На, помоги. Мам, ну зачем ты себя так нагружаешь? Ох, ну а что делать, если мы хотим каждый день, не только по праздникам? Да. Я не слышу. Алло. Это кто ж тебе призвонит? Никто. Не веришь? На, посмотри. Номер неизвестен. Зато он всем бабам в городе известен. Мама. Не смей к нему больше бегать. Пойдем домой. Но Инга так и не смогла отказаться от встреч с бывшим мужем. Какая ты красивая. Только хорошаешь с годами. Чья это квартира? Это так, одного друга. Жур, я не хочу так. Ну как-то это не по-людски. Ну вот зачем ты начинаешь? Ну только что нам было так хорошо. Мне ведь никто, кроме тебя, не нужен. Алена. Ты на вопрос не ответил. Любопытство портит любую, даже самую красивую женщину. На следующий день Ингу ждал дома сюрприз. Привет. Привет. Ну, что стоишь, как статуя? Садись. Вот Жора торт принес. Пришел проведать вас. Заодно с Дашкой по поводу ее экзаменов поболтать. Да, мне папа обещал на следующий год к вступительным экзаменам подготовиться. Да, у меня там однокурсник на кафедре. Валентина Николаевна, тортик вкусненький, с безе. Такой, как вы любите. Ах, Жора, ты помнишь, что я люблю? Да. Ну, отрежь маленький кусочек. Вы не переживайте, он низкокалорийный и для вашей великолепной фигуры не опасен. Спасибо. Ингу раздражала та легкость, с которой бывший муж снова втерся в ее семью. Алло. Инга, у меня беда. Лена, что произошло? Жорик пропал. Он не ночевал дома.
Вдруг что-то случилось. Ну, с чего ты взяла? Он мне даже не позвонил. А я никуда выйти не могу. У меня болен малыш. Так, ну перестань, не рыдай. Успокойся, он обязательно позвонит или придет. Все. Не надо, мамочка. Ему уже пора. А ты позвони Ленке, она волнуется. Дверь сам захлопнешь. Какой Жора все-таки галантный. Да уж, галантный. У него, между прочим, там сын растет. Сын? Бедный мальчик. Значит, у меня есть брат? Да уж, а вы с ним тут чаи распиваете? А я-то дура старая растаяла. Тоже попалась на удочку. Жорик предатель. Разве для вас это новость? Ведь он же много раз предавал вас. Но почему-то тогда я не чувствовала такой обиды. Инга рассказала, как 3 года назад мать объявила ей об уходе Георгия. Она почувствовала только облегчение от того, что их отношения закончены. Что случилось? Что-то с Дашей? Нет. Жорик ушел. Фу, как ты меня напугала. Куда ушел? Совсем ушел. Вещи свои забрал. Про хвост. Да ну и слава богу. Это все, что ты можешь сказать после стольких лет? После стольких лет мучений, мама. Я устала. Устала от его бесконечных гулянок. Ждать, придет он домой. Нет. Уж лучше такая определенность. Ну ладно, все. Ушел и ушел. И бог с ним. А мне работать надо. Он предал малыша, которого я даже ни разу не видела. И почему мне так больно и обидно за него? Я даже возненавидела Жорика. А вы не пытались проанализировать, почему ваши отношения к нему именно сейчас изменились? Да, я думала об этом. Мне казалось, что Жорик благородный человек. Благородный? Действительно, благородное поведение. Прямо образец для подражания. Да, конечно, но... Мне его поведение казалось слабостью. Слабый, но благородный. А сейчас вы впервые в этом усомнились? Да. Но ведь он же и вашей дочери отец. Да, конечно. Но Даша уже взрослая. Она вот-вот уже заживет своей жизнью. И найдет способ общаться с отцом. Я не хочу справедливости таким путем. Я не хочу отнимать отца у ребенка. А почему вы не допускаете мысли, что вы до сих пор любите этого человека со всеми его недостатками? И он тоже любит вас, ну, как умеет, конечно. Да нет, мне кажется, что он просто пользуется тем, что я не могу ему отказать. Но я найду в себе силы, я должна прекратить эти отношения. Инга твердо решила прекратить отношения с бывшим мужем. Она отказывалась от встречи с Георгием и не отвечала на телефонные звонки. Ты что-то изменилась в последнее время. Все о Жорике думаешь. Ни о ком я не думаю. А если ты будешь разговаривать, то маску мы с тобой сделали зря, все поползет. Ну и правильно, пусть идет со своим девкам. Я никому не назначала сегодня. На. Лена, что с тобой? С малышом что-нибудь? Инга, Жорик меня бросил. Ну, проходи. Ватутина развелась больше 3 лет назад.
и она никак не ожидала увидеть бывшего мужа снова. Появление Георгия взволновало Ингу. Она не знала, как ей поступить, и обратилась к психоаналитику. Инга призналась, что Георгий ей постоянно изменял, но она до сих пор не может его забыть. Борис Ефимович рекомендовал Инге разобраться в своих чувствах. Валентина Николаевна и Даша осуждали Ингу и требовали прекратить свидание с Георгием. Вскоре Инге позвонила Елена и попросила помочь удержать Георгия в новой семье. Инга отказала и продолжала встречаться с бывшим мужем. Георгий приходил к ним домой и пытался наладить отношения с тещей и дочерью. Инга злилась, что бывший муж продолжает жить на две семьи, и прогнала его. Мать и дочь Инги поддержали ее. Спустя две недели к Инге домой пришла Елена и рассказала, что Георгий ее бросил. Ну и что ты, подруга, киснешь? Не могу. Ты же знала, на что шла. Хватит ныть. Да ты посмотри, на кого ты похожа. От такой кто угодно сбежит. Да что, так плохо выгляжу. Да уж есть над чем поработать. На вот, примерь. Инга, мне пора смывать маску. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Ты? Как ты посмела сюда прийти? Мама. А ты ненормальная. Как ты смела впустить ее в дом после того, что она тебе сделала? Ой. Не слушай. Мама не в себе. На, вот это ему точно понравится. Я знаю. Спасибо. Я уверена, что Жорик ушел насовсем. Он взял и вещи, и компьютер, и книги, и мобильник не отвечает. А мальчик как же? А я его к матери отвезла. Просто сил больше нет с ним возиться. Да ты что, ты с ума сошла? Ты зачем его рожала, чтобы вот так вот бросить? Ты родила его для того, чтобы Жорика-старшего удержать. Нарочно ничего не говорила, чтобы срок большим стал, чтобы на аборт потом не уговорил. Вот почему он тогда сбежал. Что? Да нет, ничего. Дура ты, Ленка. Всем жизнь поломала. Мне, Дашке, Жорику, себе. Молоко налить? Угу. Инга, я больше не могу без тебя. Жорик, что ты пришел? Иди. Подожди, подожди. Не гони. Послушай, пожалуйста. Иди, нельзя нам больше с тобой. Иди, да, мой золотой. Да. Ты, наверное, клиентов ждешь? Нет, сегодня уже никого не будет. А то, может, я пойду. Да сиди, Люська приходила, соседка. Кота надо вечером покормить. Ты чего кофе не пьешь? Ну, давай уложим то, что я тебе собрала. Ой, спасибо тебе. Поговорили, как-то легче даже стало. Мама, у тебя уже двор вместо телевизора. Посмотри, посмотри. Так, ты иди маску снимай. У тебя вся кожа сейчас с лица слезет. Бинокль испачкала. Господи. Я давно поняла, что он тебя все равно любит. Прости меня, если можешь. Да ладно тебе, давай укладываться. Еще раз ко мне придешь, я тебе сделаю прическу и маникюр. И вообще тебе надо выходить из депрессии. Спасибо тебе за все. Все у тебя будет хорошо. Инге было жаль Елену. Она поняла, что у нее не осталось больше зла на подругу. И причинять ей боль она не хотела. Прошло несколько месяцев. Инга много работала и старалась не вспоминать о Георгии. Инга, ну погоди, послушай. Жорик, как ты меня напугал? Что тебе нужно? Жорик, прекрати!
Ну, погоди, куда ты пропала? Я без тебя не могу. У тебя другая семья. У тебя сын растет, Ленка волнуется. Ужасно тебе хочу. Так прекрати! Жизнь Инги вошла в привычную колею. Она поняла, что им с Дашей и матерью хорошо втроем. И больше им никто не нужен. Почему? Я из сегодняшнего дня худею. Ну, что за глупости? А для кого я, спрашивается, завтрак готовила? А разве я просила тебя что-нибудь мне приготовить? Девочки, не ссорьтесь. Ну, хватит. Я в поликлинику пойду свою работать. Мне в регистратуре место предложили. А вы живите как хотите. Боже, неужели я слышу эти слова? Вот и отлично. А я тоже на работу устроилась. В салон связи. В семье Инги воцарился мир. Валентина Николаевна и Даша перестали ссориться. Но как она ни старалась, она не могла не думать о Георгии и о том, как им было хорошо вместе. Девушка, разрешите вас подвезти? Спасибо, не стоит. Ну, погоди, послушай. Что я должна слушать? Да, я запутался. Но Лену я не люблю. Никогда не любил. Короче, у меня там все. И ты думаешь, я тебе поверю опять? Ты попробуй. Вы никогда не задумывались, что решения, которые принимает человек, и которые должны изменить его жизнь в лучшую сторону, действуют иногда строго наоборот, принося ему одни разочарования? Так случилось и в жизни Инги. Казалось бы, желание расстаться с Георгием было искренним. Но почему же Инга вновь и вновь нарушала данные себе обещания? Да просто потому, что на самом деле Инга больше всего на свете хотела как раз обратного. Но зависимость от мнения мамы, желание быть послушной не давало возможность Инге увидеть то, что она хочет на самом деле. И как только она это поняла, все в ее жизни стало на свои места. И она получила то, что хотела.